Узнай, каким будет твой день. Гороскоп на телеканале Евразия. Партнер программы КПК Gold Invest. Реальные доходы в реальном времени. Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. День предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделайте что-нибудь ради собственного удовольствия. Телец. У вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться не у дел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме. Близнецы. День будет удачен для всякого рода встреч и разговоров. От приятных дружеских бесед ни о чем до сплетен и деловых переговоров. Рак. Вам стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром. Лев. День должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные. Дева. Вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы, и вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами. Весы. Вам следует быть максимально осторожным со всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше и вовсе отложить. Скорпион. Если кто-то потребует от вас объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее. Или попытайтесь отделаться шуткой. Сегодня не стоит никого посвящать в свои планы. Стрелец. Вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничьтесь простыми наблюдениями. Козерог. День будет для вас легким и приятным. Радость будет приносить буквально все. От работы до общения с горячо любимой тещей. Водолей. Вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются. Рыбы. Этот день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Следовательно, планов лучше не строить. Gold Invest в Орске уже 6 лет. Мы даем надежность и сохранность вашим сбережениям долгие годы. Орск, проспект Ленина, 21. Гай, улица Ленина, 48.